Маргоша. Маргоша, мамочка хорошая девочка. Дим, привет. Привет, привет, Саш. Приехал я к тебе посмотреть на щенят, как они выросли за 3 или 4 недели, верно? Да, да, да. Мы с тобой тогда еще в клинике договорились, что спустя 3-4 недели я приеду к тебе, сниму щенят и попробуем их пристроить, найти хорошую Будем семью. Стараться, как говорится. Да, то есть я сделаю ролик хороший, качественный, и с помощью него... Моя помощница его, в общем, распространит в Ханты-Мансийском округе. И либо в Нижневартовске, либо в ближайших городках, в Сургуте, например, мы попробуем найти, да, пристроить, найти мам-пап и таких, чтобы любили заботились о малышах. Ты, значит, откуда у тебя эти щенята? Ты Маргошу их нашел, на улице я ее нашел. Грубо говоря, и как бы смотрим, пузо растет, все ест, пузо растет, и оказалась беременна. Выкидывать мы не выкинем, потому что у меня руки не поднимутся на это, а как бы отдавать в бесхозные руки неохота, потому что судьба у них тоже или на улице, или... Ну, такие малыши, тем более, это, ну, прикольные, красивые, прикольные, да. Я думаю, их возьмут, найдем им хорошую. Ну, я тоже, ну, надеюсь, как бы. Кира. Кира. А он. Домочадец. Вот он, домочадец. Ручкой помаши, Кира. Привет, передай. Вот, здорово. Любишь собачек, нет? Да. Любишь? Да. А кошечек любишь своих? Да. Всех любит. Вагибулька. Ну иди к аппарату. А, это детские каналы, да, смотрят? Да, детские каналы, да, сейчас дети все это смотрят. Да, сейчас 2 лет, сколько есть, кстати? 2 года. О, да, с 2 лет начинают смотреть. Так, она, я тебе говорю, лучше меня в интернете уже. Да, ничего себе. Ой, ты пузёный, ой, кусает ухо мне, мочку мне кусает, а вон и второй, Дима мне принес. Вот чудо какое, это поспокойнее, да, нет, или наоборот? Это не, это поспокойнее, но она как бы... Терроризирует мелкого, да, белого? Да, она девочка с характером. Ага. Но характер хороший. Это девочка у нас, а этот? Мальчик. А этот у нас мальчик. Начали прикармливать потихонечку, все кушают. Все абсолютно. Мы начали только сейчас их снимать, пристраивать, думать о пристройстве, потому что раньше они на маманьке сидели, сиську сосали. А сейчас уже кушают они. Ой, на меня как смотрит. Спокойствие. На меня так смотрит. Ну-ка. Димон. Угу. И как это называли еще? Да черное, ну, и да, белое. Ну да, да. Кира любит, да, малышей-то? Ой. Ой, испугалась. Кира. Тоже чудо-юдо такое. Хорошая дочка. Смешная.
Кошек донимают. Кошки вообще балдеют. Да? Кошкам поиграться, в смысле донимают. Они их лезут, да, все время их за хвост лезут, или что? Лезут, лапы, хвост, лицо. Ага. Старая кошка начинает от них. Но они понимают, что дети-то, да? Понимают, они не лезут к ним. Ну и он, охрана номер один, там бегает где-то. А, ну Маргоша их, если что, да, прям гоняет. Дает им звездюлей-то. Да. Ночами тут бойня идет, между ними выясняют, да. кто из них, короче, есть кто, можно так сказать. На пеленку еще они не ходят, да, или ходят? На пеленку жена их приучает, но где-то нет-нет бывает стреляет. Ну, она так, да, она так всегда. Звездюлина. Вот она, звезда Ютуба новая, да. Кира, привет, передай привет. Ручкой помаши, Кира. Кира, только привет передай. Привет передай. Привет передай, дочь. Дочь. А, она танцует, выступает, выступление. Ой, все, закружится, пойдет. Ну так оно и есть. Эх, хорош. Дочь. Хватит. Кира. Мы тебя же никуда не будем пристраивать. Виновница торжества. Маргоша родила вам каких малышей хороших. Как Марго-то с кошками-то ладит? Ну, нормально ладят. Если что, даже аферу дома проворачивают. Да? Аферу в плане пищи. Где-нибудь на столе оставил. Ага. А, взаимодействует, да? Да, все прям. Марго у нас. А, кошка, то есть, скидывает еду, кошка, что ли? Кошка скидывает, да. А это ест, оставляет им. Ничего все себе. Как бы так. Ничего себе. Они продуманные. Банда настоящая. Ты что, тут банду сколотила, Марго? Ты бандюганка какая, а? Кашку дети едят, скажи, да? Разную всякую. Да? Чем кормишь-то щенят? Ну, бывает, как естественная пища, одним словом, Саша. Ага, Как бы, ну сварил кашками... дочке кашу. На-на-на-на-на. Сварил дочке кашу, они поели вместе с дочкой молочную, к примеру. Сварил, ну, животным это, грубо говоря, ну, что-нибудь... Поэтому покушать им перемолол, в кашку переделал, и как бы это, дал им покушать. Угу. Только не на меня, а. Не напичкайте. А, писать. Ой, ты, попсы какие. Плюшевые. Вот это у нас девочка. А вот это вот мальчик. А это он парнишка. Такой. Весельчак. Постоянно в движении. Это постоянно спит, вся в маму. Дима также дарит мне вот такую вот шубу, бушлат такой, как он называется, для Бима. То есть Биму в будке постелим. Бимка будет, я думаю, доволен, в тепле, красоте, и вылазить из будки даже не будет лишний раз. Вот, спасибо, Бим, говорю. Спасибо, Дима, тебе большое. Не за что. Спасибо. Самое главное, чтобы было у Бимки все хорошо. Да. Вот и как раз это, ты к новой будке будет. Сейчас пока в старую постелю, а к новой будке будет у него вообще там не будка, а красота. О, то в прошлый раз у нас было так. Это, ага. Саня, ну как бы, если что-то надо будет, как бы, ну, в плане там, ну, помочь, ну, по животным, ага. Ну, в плане... Ну, ладно, там, ладно, да. Я спасибо, как Дим. Бы, руками, ногами, как говорится, я смогу тебе, ну, да, помочь. Спасибо. Или что-то как-то, ну, кого-то подвести, отвезти, да, как бы. Я помогу тебе. Хорошо. Нет, спасибо большое, Дим, спасибо. Все, ну, погнал, все. Я беру. Хорошо. Малыша и еду. Сейчас я вам коробку постелю тебе. Кира, ну все, я пошел. Пока-пока. Пока-пока. Ой, Кира. Кошечек тоже любишь? Да. И собачек? Да. О, молодец. Молодец. Ну, Дима, у тебя дочка какая хорошая. Ну, сам собой. Thank you.
Ай-яй-яй, больно как. Боля, ты чё, зверь? Ой, какой зверь. Ой, какой опасный, опасный зверь, террорист. Опасный, слушай, опасный пес какой-то прям. Ты какой бандюган, сразу видно, морда бандюганская. Да? Нет? Стесняется на камеру. В прошлом выпуске вы уже, наверное, видели историю о Диме и Маргоше, которую он подобрал на улице, и она стала их домашней собакой, их членом семьи. Но оказалось, что она беременная, и она родила вот двоих таких вот чудесных щеночка. Когда я их показывал, они были совсем маленькими, им было по 2-3 недели, наверное, где-то. Вот. А сейчас они подросли, от маминой титьки отстали уже. Вот он такой, зайчик такой. Кушают уже этот, молочко им наливаем, этот мягкий корм. И, в общем, я взял у Димы щеночка вот этого мальчика беленького, чтобы его поснимать, постараться его пристроить. В общем, сделаю видео о нем. Вот в YouTube вот это вот видео будет. Будет короткое видео минутное в Инстаграм, и это же минутное видео в Инстаграм мы будем использовать для его пиара в нашем округе, в общем, соседние города, либо в город Нижневартовск мой будем пытаться пристроить. Будем, значит, пиарить его в социальных сетях и платно, и за бесплатно, в общем, чтобы был какой-то конкурс, чтобы не один человек откликнулся, не одна семья, чтобы там несколько семей, мы как-то выбирали. Ну, если так будет, будет замечательно, если будет не одна семья, а несколько семей захочет взять. Будем выбирать, смотреть, кому этих пупсов маленьких отдать. Чудесные щенята, конечно, все, когда их видят, сразу ми-ми-ми. Я говорю, так что ми-ми-ми, забирай, говорю. А одна женщина, увидев, тоже сказала, ой, какой щеночек, я на работу привез там буквально полчаса. И одна из покупателей увидела его, говорит, ой, какой щеночек хороший-хороший, а можете показать его, это, ну, родители, маму. Я маму показал, она такая, ой, какая страшная. Меня так, конечно, покоробило, думаю, пипец. Ну, по породам, наверное, на любителя, да, и на внешность. Ну, во-первых, как бы, ну, реакция, конечно, меня удивила вообще. Для меня каждая собака, она, ну, как красивая по-своему. Да вообще, как это к собакам, к божьему, да, существу может быть такое отношение, такое, ой, какая страшная. Что бред какой-то вообще. Разные породы, разные собаки, разные существа живые. Все живые существа, они как-то, ну, прекрасно. Если ты хочешь взять компаньона, друга в семью, да, и ты, ну, она смотрит, ей главное, чтобы внешне, что ли, собака была красивая, а остальном она будто ей неинтересна. Какой характер бы спросила и так далее, да. Добрая ли собака, там, умная ли собака. Все, что ей интересовало, это красивая или некрасивая. Я ей, конечно, сразу так и сказал. Говорю, ой, этот, я говорю, я бы вам и не отдал бы его. Я говорю, блин, у вас такая реакция, я бы вам его и не отдал бы. Она говорит, я его и не возьму. В общем, ну и дальше диалог наш закончился. Очень, так, очень меня прям взбесило, наверное, не знаю. Ну ладно, о плохом. Вот. В общем, малыша мы пристраивать будем. Собачки, они гладкошерстные потом вырастают. Ну, по Маргоше вы видели, да, вот. Я показывал же. Вот такое чудесное создание у нас. Бабочка такая. Бабочка.